Эта история произошла со мной много лет назад. В жизни каждого случается разное. По-всякому бывает. Бывает и так, что простая случайность меняет все. Вот тогда случай становится судьбой. Охотился я обычно один, но тогда с другом Аяном договорились пойти на охоту вместе. Договор в тайге — дело святое. Мне совсем не спалось. Еще до рассвета я был на ногах. Ожидание — дело скверное. Еще хуже — злиться и переживать перед охотой. Нравится? Мне тоже нравится. Уже совсем расцвело, а Аяна все не было. Ты думаешь, Оян, добыча сама в дверь постучит? Проспал рассвет, проспал удачу на охоте. Понимаешь? Понимаю. Давно были бы за караташем. Терпеть не могу ждать. Поезжай домой, к жене под теплое одеяло. К тому же твоему мерину не угнаться за моим паратом. Смотри, не попади в лапы хозяину тайги. Говорят, опять объявился медведь с белым пятном. Неделю назад двух мужиков помял в Суленя. Или ты струсил, Оян, а? Удачи тебе, Хорал. Тогда я славным охотником был. Почти всю тайгу обошел. Ничего не боялся.
смелым был. На далеких тасхылах бывал. В тайге мне товарища не требовалось. Все время один на охоту ходил. Хотя прекрасно понимал, одному в тайге без товарища никак нельзя. Гордый был. И чего на Аяна набросился? Хороший товарищ, не скучно с ним. Ему всегда есть что рассказать. Семья у него большая. Всех кормить надо. Да и жена на сносях. Может, случилось чего? На всю Усть-Бюрскую тайгу Аян лучший медвежатник. Говорят, знает он особое слово, которому его отец научил. Скажет это слово, и медведь его не тронет. Вроде бы это слово нацарапано на ладанке, которую Аян всегда при себе держит. Так ли это, неизвестно. Сам он никогда про это не говорил. А в душу человеку лезть не будешь. Нечего опаздывать. Чу-чу-чу-чу-чу. Сарых туп май мамны, сайга паспанда. Ну да, не певец я, не Чаптыков. А ты не слушай, тебе другое замечать надо. Если бы ты знал, о чем эта песня. Если бы ты знал. Ахэзэ, сухэзэ, духи тайги. Поделитесь вашим богатством, не препятствуйте моей охоте. Я охотник Харал, не возьму больше, чем мне надо для жизни. Алас, ала... Лежи здесь. Жди меня здесь, в халтарах.
До сих пор не могу себе простить, что тогда так увлекся охотой. Не заметил, как в стволы набился снег, и при выстреле их разорвало. Потом я 100 раз думал об этом и клял себя. Но время назад не вернуть. Алтарах! 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 Ну где же ты? Mm-hmm.
Не думал я, что вот так закончу свой путь. Кто бы мне раньше сказал, что буду лежать и замерзать в тайге, рассмеялся бы тому в лицо. Борат! Борат! Ah.
усталость и сон одолевали меня. Но еще больше мысли. Мысли о моем друге, о Яне, который сейчас тоже один в тайге. Все ли с ним хорошо? Думал о том, будь мы вместе, ничего бы не случилось. Ну, домой, домой, пора, домой. Ну, домой, домой, ну. Ugh.
Слушай, Хорал, как сегодня поют птицы. Жаль было бы умереть и не услышать. Сегодня 3 дня моему рожденному сыну. Хорал, ты старше меня. Ты брат мне. Дай имя моему сыну. С тех пор я уже не мог держать ружье в руках. Полуслепой, калека. Каждую весну, когда слышен ток глухаря, я приезжаю навестить свою охотничью избушку. Тут я особенно ясно вспоминаю тот случай. Думаю о том, что было, и о том, чего могло бы не быть. Тогда нас нашел деревенский пастух Ирден. Меня отвезли на лечение в Абакан, а у Яна, по всем обычаям, похоронили на родовом кладбище. Вернулся я домой только через 2 месяца. К тому времени сыну у Яна уже дали имя – Ирбей, что означает «мужественный». Красивое имя. Дядя Харал! Дядя Харал! О, сынок! С днем рождения тебя. Дай на тебя посмотреть. Как ты вырос. Совсем городской стал. Дядя Харал, я сейчас такого зайца видел. Но когда мы с тобой пойдем на охоту, я хочу быть как мой отец. На медведей охотиться. Сынок, сначала чай, все дела потом. Настоящий, таежный, с травами. Мы с твоим отцом знаешь сколько пивали. Поссорились мы тогда. Дядя Харал, дядя Харал, что с тобой? Это вещь твоего отца. Теперь она твоя. Оян веселый человек был. Бывало, вернется с охоты, мокрый, промозглый, и начнет рассказывать байки, сколько медведей убил, сколько зайцев.